выезжаем практически из города. У нас до царское село, до царского села у нас 27 километров. Вот направо два аэропорта, Пулково. Девчонки? Вы довольны, девчонки? Да. Что мы в царском селе? Все, молодцы. Давайте я сложу сок. Давай, 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 давай. Так, это ходилка. На, или это мамки? Это Настя, ходилка. Всем доброго утра. Сегодня погодка у нас замечательная вообще. Прохладный ветер, конечно, дует. Это я стою у нас на смотровой площадке. Есть открытая территория вот отсюда. Можно вот посидеть. Вот так вот. Раньше, когда даже шезлонги стояли. А сейчас пока вот так столики стоят. Но здесь пока прохладно в это время. Вот когда летом уже здесь можно посидеть, кофе попить там или пиво, не знаю. Хотя пиво вроде нельзя, это же отель. Вот, сейчас, короче, собираемся поехать в Екатерининский дворец, в летний дворец, город Пушкин, на своей машине. Не хотели сначала, на такси думали, потом что-то посчитали все-таки и выгоднее, и мобильнее будет ехать на своей машине. Хотя немного волнительно, конечно, все-таки Питер. Ну ничего, я думаю, нормально. Как-то же мы сюда заехали. Ну, я имею в виду, несложно по дорогам. Пробки везде. Тихонечко едешь, да и все. Пойдет. Вот, ребята уже одеваются у нас. Я вышел маленько посмотреть погоду. Ладно. Пойдем одеваться. Время 10 утра. Доходит. Нет, подождите. Время 9 утра. Да. Парковка так и проплачиваем. По 60 рублей за час. Выйдет где-то 3500 там в районе за все время нашего проживания. Стоит прямо у подъезда машина, ну там у парадной. Здесь не подъезд, здесь парадные. Вот. Ну ладно, погодка хорошая, красиво, да? Красиво. Пойдем вниз одеваться. Где он, Исаакиев? Нет, этот Спас на Крови. Вон какой стоит. Вечером, может, придем сюда с мамой, с детьми кофе попить. Удобно, классно сделано. Ну все, спускаемся. О, карточка. Привет. Я ходил на площадку посмотреть погоду. Ребята уже готовы. Ну и зрителям показать тоже. Интересно же там на площадке. Вечером прям красиво, конечно. Ну, днем. А днем все видно. Ночью видно только подсвеченные объекты. Типа Исаакиевский собор, там, да, Спас на Крови. Стадион большой. Небоскребы там два какие-то стоят. Ну, такие небольшие. Это же один этажей 30, как бы, здание. А другой какой-то шпиль там подсвеченный, я не знаю, что это такое. Но мы туда не ходили. Вот, так что собираемся, да? Сейчас поедем в Екатерининский дворец смотреть. Как она называется? Янтарная комната. Смотреть янтарную комнату, ну и не только, там много чего. Вот есть сериал «Великая». Есть сериал «Великая» про Екатерину. Там вот съемки, я думаю, что были вот, ну, в некоторых местах вот этого вот именно дворца. Так что собираемся, друзья. Сейчас поедем на своей машине по городу. Довольна, Наська? Да. Сейчас поедем. Давай. Погода хорошая, да, нынче?
То я пойду с пакетом, пока в машину-то. Давай. Это мы в дорогу брали с тряпочкой, мало ли что-то помыть. Но. Ну-ка ты мне помоги тут тогда, наверное, разгрести. Эти не сломать. Сломаешь? Все, давай, садись. Вчера здесь ехали, плыли, ходили, нет, пароходы ходят же. Это набережная Фонтанки, Фонтанка. Чижика-пужика пропустили. Вот ты так больше дорогу показывай, больше туда, туда. Что я дорогу показываю? Там супер сила, там супер сила. Там вчера плыли, музыкантов видели, только не слышали, как они играют. Вон мост какой. А, мы его фоткали вчера, у меня есть фотка. А за этим мостом получается площадь Ломоносова. Туда дальше. Вон, а, так вот здание желтое. Нормас. По набережной Фонтанки. Мотоциклист перед нами, вон ушел. Далеко не уйдешь, от нас не уйдешь. Ага, сейчас бабается ему. 47-й регион. Модный такой. Да, какой-то крутой мотоцикл. Красиво. Три сестры дома, я помню, мы вчера приезжали. Поворачиваем. Слушай, а мы не по... Через 300 метров на светофоре поверните налево. А мы не здесь ехали, да? Когда заезжали-то? Не. Университет, сообщений, путей какой-то большой. Мы вчера здесь на кораблике катались. 9 мая, видать. Смотрите, прямо 3 километра. Звездочки сделали, ленточки. Впереди у нас какая-то площадь, да, опять? Ну, там технологический институт. Ты уже все достопримечательности знаешь. Технологическая площадь. Так я по навигатору смотрю. А-а-а, я думала, откуда ты сыплешь такими названиями. Не, я не успел выучить такое. Это институт. Московские, да? Московские ворота, так вроде называются, если я не ошибаюсь. Впереди вон огромные колонны стоят. Красиво. Сейчас уже на светофоре постоим. Через 300 метров. Держитесь левее. Красотища. Такую мощь делали раньше, а? Камера вот не передает величины всей. Да. Они огромные просто. Держитесь левее. Да? Сим, пойдет. Мы будем тут фиксать. Двигайтесь прямо. 5 километров. О! 5 километров выходим напрямую. Офигеть, ворота. Ой, кто? Ну-ка, мамулька. Будет видно величину, величие такое. Круто. Мощно. Московский проспект. Вот сколько полос, да? Раз, два, три, четыре, пять полос. Ну, пятая постоянно занята машинами.
так-то нормально, хорошо. Тоже какое-то здание, да? Площадь. Круговое движение. Победа. Второй съезд. Подвиг твой. Че, твоему Ленинграду? Стелла, огромная стелла. Площадь Победы, класс. Съезжайте с кольца. Хорошо. Можно я таким же голосом буду говорить, как она? Двигайтесь прямо. 7 километров. Смотри, они едут, все питерцы там. Ну, я говорю, я вот что заметил, да? Еду за рулем. То есть красный, желтый мигает, уже красный, возможно, они все равно пролетают. Угу. А как бы я вот останавливаюсь, желтый замигал, все останавливаюсь. Они наоборот на гашетку давят и летят дальше. Угу. Гипермаркет Лето огромный, наверное, там есть все. Хотя у нас тоже построили этот Планета. Мы в нем еще не были. Это уже выезжаем практически из города. У нас до Царское село, до Царского села у нас 27 километров. Вот направо два аэропорта Пулково. Таллинское шоссе там увидел, успел заметить. Выборгское шоссе, город Выборг. И огромная тут вот развязка большая. По навигатору, вообще у меня навигатор вон даже с ума сходит. Смотрите, какая развязка здесь. Это вот все вокруг нас. Видите, какое все. Сколько дорог. Вот так вот. Ну мы ладно хоть. Просто прямо проехали и все хорошо. Что, камера на 60? Питер, мы уже по трассе идем. Я надеюсь, видно дома питерские. А мы уже выехали. Идем вот так вот по трассе. Хорошая трасса такая, спокойная. Здесь уже началось движение, такого нет. Уже стоят обычные там пятиэтажки, как у нас в городе. Ну не знаю, движение вроде, вот мы выехали в 10 утра, среда, да, у нас? Вроде как бы спокойно. Пулковское, что, шоссе, наверное, какое-то, да? Площадь Египетские ворота. Площадь Египетские ворота. Офигеть. Красиво. Съезжайте с кольца. Шикарно. Мы уже в этом. Двигайтесь, кстати, прямо. 2 километра. Мы уже в городе Пушкин. Уже приехали в город Пушкин. 2 километра, вот я думаю. Маленько, короче, остается. Вот 2 километра, наверное, и остается. Уже до дворца. Красиво здесь. Парки. Здесь отдыхали. Да, наверное, это. No. Цари ходили. Сейчас такой поворот будет затяжной. Жил тоже такие там, кто? Не знаю. Тоже с колоннами вот тут начинаются. Везде, да, город? Вот. Часто вот такое, как солнце вверху, вот там. Что это за движение? Город. Город-музей. Ва. Что-то впереди стоит. Ну, что-то ух, красиво. Может, Павловский дворец или... Павловский дворец. Не написано поэтому. Что за такое? Он же желтый тоже. Потому что нет. Да,
смотри, прямо. О, приехали. Красота. Царское село. Вот это красотища. Да, его строили три женщины, получается, три наши императрицы. Екатерина Первая, жена Петра Первого. Потом Елизавета Вторая, это дочь Петра Первого. И потом маленечко перестроила, не перестроила даже, а усовершенствовала. Это уже Екатерина Вторая. Через 300 метров поверните направо. Опачки, вот это через красота. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево, во двор. Нас во дворе хочешь припарковать, что ли? Наверное. Короче, смотри, вон. Парк. Здесь какой-то парк, да, гуляли, что ли? Поверните направо, все, а затем поверните налево. Давайте поворачиваем направо. Где-то здесь, сюда, где-то. Вот, пропусти где-нибудь, да, все. Класс. Еще один мощный дворец, да, Димка? Проехали, сколько мы проехали? 27 километров. Много. Быстро даже приехали. Город Пушкин. Все, пойдемте. Давай, Дима, закрывай. Улица Садовая. Во, смотрите, ребят. Там уже народу столько стоит, смотрите. Мощно, да? Там какая-то как демонстрация. Пойдемте перейдем. Офигеть. Летний дворец. Царское село. Царское село. Вот оно. Это вот получается, да, Царское село? Вообще вот это вот. Да? Здесь гуляли наши императоры, наши цари. Тоже все, наверное, старинное, да, вот эти вот? Все канавки. Не знаю, что-то народ там стоит. Такой красивый. А там что-то, да, сквозь деревья видно? Белые колонны. Какая красота, а? Давайте вы идите вперед, так будет красивее. Да, Димка, мы с тобой пойдем, да? Красиво? Его строила, считай, Екатерина, потом Елизавета и... Вот так, все знает. Молодец. Сейчас идем в кассу. Девчонки? Вы довольны, девчонки? Да. Что мы в царском селе? Да. Да. Вот это вот все на окнах такого коричневого цвета, оно было золотого, как купола. А оно блестело на солнце, короче. И, как сказать, кто, крестьяне, когда видели со своих домов, что он блестит весь, думали, что пожар, и прибегали тушить. Красота. Где
вообще, иди посмотри. Загляни туда, знаешь, как красиво. Все, сейчас пойдем. Сначала во дворец, а потом гуляйте хоть целый день по парку. Ага. А во дворец, да, время там, да, ограничено? Во дворце маски. Во дворце ограничено. Маски. Давай, маски. Так пошли вон, работает или не работает? Да. Это все работают. Проходите туда, три турникета есть. К нижнему экрану, проходите. Нет, женщина, не догорелась зеленая стрелочка. Ну, не прошло, девочка. Зеленая стрелочка должна загореться. Все, да, молодцы. Давайте я сложу все. Давай, 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 давай. Так, это ходилка. На, билеты мамки. Это Настя, ходилка. Ходилка. Ну-ка, там, открой, там, открой, открой карту. Открывай карту. Заходим во дворец. Так, там формируйте. Пойдем. А что? Можно без масок видать? Нет, маску надо дать. Ну, ну-ка, вон карта, смотри. Ну, переверни, там карта. О. Ты у нас будешь этим штурманом, полупроводником. Давайте, ведите. Мы же сами по себе, без экскурсии. Во дворце формируется группа для экскурсии. А-а. Во дворце экскурсия будет, значит. Сверни, сверни аккуратно. Круто. Екатерининский парк. А? 1700 за четверых? О, ничего. Красиво. Уже красиво, да? Шикарно. Мамуля, смотри на меня, мамуля. Надо было хоть маску снять. Да. Да-да, в парк пойдем гулять. Пойдем пока это. Аппараты стоят, смотри. Это маски? А, нет. А, попить и маски тоже видать. Давайте возьмем бутылку. Давайте. Такое, да? Парк, мощь. Так по номерам 35-34 набираешь и платишь. 5-5. Ты что набираешь? Как по минерали? 46, давай. Да? Такие колонны, сейчас ближе пойдем. Какая красота.
Вообще очень. Дима, смотри. А представьте, все это было золотое, представляете? Вот эти вот коричневые, вот я вам говорил уже, эти коричневые, вот, как сказать, ну вот видите, да? И узоры, они были раньше золотыми. И когда на солнце это все блестело, и думали крестьяне, что пожар. Офигеть, это что такое? Так красиво, да? А вон там получается, наверное, вон там. Там пофоткаемся. Ну. Это получается Екатерина II маленько переделала. Там тоже, да, вам говорил здание, это белые колонны стоят. Класс. Но, ну красиво, в тему. Еще один турникет. Ты если что, мало ли там, слышишь, устанешь, ты садись, там лавочки будут отдыхать. У тебя все билеты, да? А мы сейчас, мы с экскурсией сейчас пойдем. Наверное. Давай, Дима, вперед. Можешь не дам, чтобы тебя не напрягает.